Граф Орлов. Блестящий век Екатерины, наш век блистательных голов, мелькают пышные картины екатерининских орлов. И хоть интрижек и историй, орлы плетут густую сеть из всех орлов. Орлов Григорий лишь мог значение иметь. Оставим о рейтузах сказки, мол, будто хуй в них выпирал. Я расскажу вам без прикраски, как Гриша милости сыскал. Потомкам нашим назидание, хоть тем немало согрешу, его я первое свидание с Екатериной опишу. Увидев как-то на параде Орлова Гришу в первый раз, императрица сердцем бляди пришла в мучительный экстаз. Еще бы! Гриша рослый, крупный, и жемчуга его зубов, и пламя взоров неоступно напоминали про любовь. Вот вам причина, по которой, его увидев раз или два, Екатерина к мысли скорой с ним о сближении пришла. Изрядно вечером напившись, с друзьями в шумном каваке, храпел Григорий, развалившись, полураздетый в парике. Но растолкал его поспешно к нему прибывший вестовой. «Мой граф, простите вам, депеша от государыни самой». «Депеша мне?» — вскочил Григорий. «Печать ломает в горячах». По строчкам взгляд летает скорый, и ужас вдруг застыл в очах. Тряся зремнувшего лакея, Орлов вопит: «Проснись, болван! Кого избил я в ассамблее вечер, когда был в стельку пьян? Кому я мял на медне рожу? Чей нос был мною перебит? А вдруг кто важный был вельможа? Или царицын фаворит? Теперь зовут меня к ответу. Конец карьере, я погиб. Скорее закладывай карету, парик мне пудрою присыпь». Орлов, дрожа, как лист на древе, подъехал бледный к воротам, и вот подобно робкой деве идет за пажем по пятам. Ряд лестниц мраморных уныло проходит он, вдруг крик: «Пароль!» Орлов шепнул, потете был он, и ощутил на сердце боль. «Куда ведут меня, не знаю, и вызван на какой предмет, от страха я изнемогаю. Какой ж мне держать ответ?» Портьера быстро распахнулась, ливрейный ряд мелькает слуг, стоит царица, улыбнулась. «Орлов? Ну, здравствуй, милый друг!» Григорий мигом на колени пред государыней упал. «По высочайшему велению царица к вам я прискакал. Казнить или миловать велите, пред вами ваш слуга и раб. Она лакеем: «Уходите». Потом ему: «А ведь могла б тебя немедленно, нещадно, коль пожелала бы казнить. Но я совсем не так злорадна. Нет, я хочу тебя любить. Дай руку, встань, иди за мною. Да не изволь, мой друг, робеть. Ты хочешь ли своей женою меня немедля поиметь?» Он ощутил вдруг трепетание, его задор уже манит, язык его прилип к гортани, Орлов немятно говорит: «Ваше Величество, не смею своим поверить я ушам. К престолу преданность имею, за вас я жизнь и честь отдам». «Пойдем, пойдем», и увлекает его с собою в будуар, и тут же мантию меняет на легкий белый пеньюар. Царица, будучи кокеткой, прекрасно знала к сердцу ход.
Кальков царственной походкой, она его, смеясь, ведет. Сними же шпагу, и лосины, не стой же право, как тюлень. Орлов дрожит, как лист осины, и неподвижен, словно пень. Не ждал он случая такого, уж не с похмелья это сон. Вот он с царицей у Алькова стоит подавлен, потрясен. Она ж полна любовной муки, и лихорадочно дыша, ему расстегивает брюки, в нем еле держится душа. Хоть наш герой и полон страху, сильнее страха юный пыл, спустила Катя с плеч рубаху, и в изумлении он застыл. Блеснули мраморные плечи, высокий и роскошный бюст, и между ног, как залп картечи, его сразил кудрявый куст. Исчезнул страх, застежки, пряжки, остервенело Гриша рвет, и ослепительные ляжки голодным взором так и жрет. Вот он стоит в одной сорочке, она рукой его обняв, ушей пылающие мочки, засос целует у него. Другой рукой нетерпеливо берет его торчащий член и шепчет тихо и игриво: «Ну что, дружок, попался в плен?» Звук поцелуев оглашает большой роскошный будуар. Орлов немедленно решает поставить первый самовар. Она его предупреждает, и нежно ручкой член держа, раздвинув ножки, направляет. Орлов засовывает, ржа, и, навевая страсти чары моей возлюбленной чете, у изголовья милой пары амур кружится в высоте. Амур, амур, немой свидетель неописуемых картин, скажи, не ты ли сцены эти нам навеваешь? Ты один. У всех племен, у всех народов любви поэзия одна, и для красавцев, и уродов она понятна и родна. Перед амуром нет различий, ни этикета, ни приличий, чинов и рангов все равны, есть только юбка и штаны. Однако к делу продолжаю описывать событий ход. Зачем я, впрочем, называю событием этот эпизод? Ах-ах! Она под ним завыла. Поглубже, миленький, вот так, целуй меня. Ах, что за сила, презумительный елдак! Она успела кончить живо, а он еще на всем ходу под тело жжет его крапива, и сам, как будто он в бреду. Ее опять уж разбирает, она усердно поддает, от наслаждения замирает. Орлов же, знай, ее ебет, облапив царственную жопу. Нам так философ описал и раструбил на всю Европу один безнравственный журнал. Любови служит хмель опорой. Найдя вино в шкафу за шторой, Орлов бутылку мигом вскрыл и половину осушил. И выпив залпом полбутылки, Орлов неистов пьяный груб, парик поправил на затылке, опять вставляет ей под пуп. Подобен злому эфиопу, рыча, как лев или ягуар, ебет ее он через жопу, так что с нее валится пар. И тут, совсем без просьбы Кати, как первобытнейший дикарь, весь русский цикл ебеной мати пред нею выложил словарь. «Поддай, поддай!
Отдай, курвечья шлюха! Крути-ка жопой побыстрей! Гляди-ка, родинка, как муха, уселась на спине твоей. Орлов ебет, ебет на славу, об жопу брякают муде, ебет налево и направо, да так, что все горит пизде. Еби, еби, теперь не больно, в такой же позе просто рай. Ну, может, раком уж довольно. Ах, нет, еби же, продолжай. Ага, вошла во вкус, блядища. Ах, ёб твою державу, мать. Ну и глубокое пиздище, никак до матки не достать. Но он наврал, царица сладка, Орлов ей очень угодил. Длиннейший хуй измял всю матку, чуть не до сердца доходил. «Ах, что ты делаешь, скажи-ка?» Она любила смаковать партнеров ебли рыком, криком или словами подобрять. «Что делаю? Ебу, понятно!» Он, задыхаясь, отвечал. «Ебу! Ебу!» «Скажи-ка внятно!» «Ебу!» Как бык он промолчал. «Ебешь, ебешь! Какое слово! Как музыкально и сильно! Ебение Гришеньки Орлова пьянит, как райское вино!» Но вот она заягозила, как будто дикая коза, кончая, вздрогнула, завыла, при этом пернув два раза. Орлов хоть не был армянином, но все ж при этом пердеже задумал хуй, торчащий клином, разок ей двинуть прямо уже. Член был с головкою тупою, напоминавшую дюшес. Но как штуковиной такою он к ней бы в задницу залез? Там впору лишь пролезть мизинцу, но растяжима ведь дыра, когда б немного вазелинцу. Пошла б забавная игра. Он вопрошает Миссалину: «Хочу я уже к тебе залезть». «Да не войдет без вазелина, а вазелин-то, кстати, есть?» Нашлась и банка под подушкой, залупу смазала сама. «Ну, ставь да только лишь макушку, а то ведь я сойду с ума». «Ах, Катя, ты трусливее зайца!» — вдруг крик всю спальню огласил. «Ах, умираю!» «Он по яйца весь хуй безжалостно всадил!» Она рванулась с нервной дрожью, член брызнул мутною струей. Вот плут, помазанницу Божью, всю перепачкал малафьей. «Теперь хочу сосать», — сказала она, ложась на Гришу ниц. Платочком член перевязала наполовину до яиц. Чтоб не засунул он ей в горло и связок там не повредил. Как довелось, дыхание сперло, когда он в рот ей засадил. И нашу царскую кокетку объял садический экстаз, с азартом делая минетку, зубами в член ему впилась. «Ах, больно! Не кусай, блудница!» «Фи, что за слово, дурачок? Ты должен с этим помириться, мой сладострастный новичок». Минетка долго продолжалась, но чует Гришенька Орлов, что вся залупа зачесалась, и он спустить уже готов. Она сосет, облившись потом, он шепчет ей: «Сейчас, конец!» Она в ответ: «Хочу с проглотом!» «А ты не хочешь? Ах, скупец, какой ты мерзкий, жадный, гадкий!» Под лоб глаза он закатил, и полный хуй тягучей смазки ей в рот со стоном напустил. Она нисколько не смутилась, едва от страсти не сгорев, всю малафейку проглотила, платочком губки утерев. Орлов устал. Она ж нисколько. «Ты что, уж спать? Эх, нет, шалишь. Еще ебать меня изволь-ка, пока не удовлетворишь».
Его, однако, дело скверно. Попал он прямо в переплет. Не я ее. Она, наверное, меня тут насмерть заебет. Драча и с помощью минета она бодрить его взялась. Он молод был, и штука эта через минуту поднялась. А за окном оркестр играет, солдаты строятся уж в ряд. Потемкин там предпринимает какой-то смотр или парад. Мне нужно было на параде себя на миг хоть показать. Как трудно мне, царицы бляди, и власть, и страсть в одно связать. И снова на спину ложится, и задирает ноги ввысь, и ерзает императрица под ним, как раненая рысь. Трещит кровать, скрипят пружины, а на плацу гремит уж рать. «О, славься днесь, Екатерина! О, славься, нежная нам мать!» Чему ж тут сводится величие, престол и царственный престиж, и блеск нарядов, и приличие, когда оебли ты лишь мнишь? Не надо только лицемерить, народу воздавая мзду, а в два предмета прочно верить: в наш хуй и в женскую пизду. И трон, и скипетр, держава есть театральный реквизит. К чему нам писаная слава, когда пизда твоя горит? Мы не наивны, китайцы, нам о престолах не толкуй. Кровать есть трон, держава яйца, а скипетр так просто хуй.